Кызылорде заработал первый в области цифровой центр обслуживания населения. Он станет учебной площадкой для граждан, которые с помощью цифровой подписи, IT-консультанта и электронных устройств могут самостоятельно получать госуслуги на портале электронного правительства. В целом, на сегодняшний день за счет сектора самообслуживания документооборот в регионе увеличен на 72%. Теперь планируют открыть миграционный центр услуг, который поможет регулировать трудовые отношения. Цон оснащен новейшей техникой, компьютерами и цифровыми экранами. Организованы специальные обучающие классы для населения. Кроме того, в перечень оказываемых электронных услуг добавятся иммиграционные. Выделен необходимый штат, который начнет работу с первых чисел нового года. Ведется огромная работа по предупреждению коррупционных рисков в ходе предоставления государственных услуг в цонах и спеццонах региона. Чаще всего такие риски возникают при обращении граждан к услугам посредников. Мы советуем отказаться от такой сомнительной помощи.